В Зайсанском районе на востоке страны за первое полугодие произвели промышленной продукции на 4,5 миллиарда тенге. По сравнению с прошлым годом показатель на 17% выше. Большое внимание в районе уделяют модернизации экономики и привлечению инвестиций. Недавно в регионе заработал инновационный тракторный завод, а фермеры намерены поставлять свои товары в соседний Китай. В Восточном Казахстане растет количество совместных с Китаем инвестиционных проектов. К примеру, на таможенном посту Майкопчегай строится крупный логистический комплекс стоимостью 6 миллиардов тенге. Это значит, что торговые отношения с соседней страной будут укрепляться и дальше. А здесь, на заводе «Иртыш-3», выпускают трактора мощностью в 45 лошадиных сил. Спахать землю, посеять урожай, почистить улицы от снега. Такая техника справится с любой работой. Небольшое предприятие построено на деньги китайского предпринимателя, который вложил в проект 80 миллионов тенге. На сегодня уже выпущено около 40 единиц тракторов. Такая техника сжигает в два раза меньше топлива, а работать может как большой трактор. Тем более при покупке трактора государство выплачивает субсидии кооперативам до 50% стоимости, а владельцам животноводческих ферм до 30%. Только за последний месяц в соседние районы продано 12 таких тракторов. В этом же кооперативе, который объединил 5 крестьянских хозяйств, решили сделать упор на племенное животноводство. В планах открыть молочно-товарную ферму на 200 голов, откормочную площадку еще на 3000 голов, а потом и мясоперерабатывающий комбинат. Реализация проекта стоимостью в 1 миллиард тенге обеспечит работой 100 человек. Перерабатывать продукцию и отправлять ее на экспорт нам очень выгодно. Тем более, что Китай от нас всего в 60 километрах. Есть таможенный пост Майкопчегай, есть все возможности продавать за границу и молоко, и мясо. И это не единственный крупный проект. В районе в ближайшие годы намерено построить предприятие по переработке природного газа и диоксида углерода, а также расширить действующий завод железобетонных изделий. Анна Лисенберзина, Болотко, Китай, Митит Умирханов, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24.